Добрый день. Сегодня у нас такая вот забавная коробочка неведомого раньше бренда. Называется то ли ZY, то ли ZXiang. Но сам кубик призматик 2х2. Где-то Star, где-то Pocket. Ну, призматический 2х2 или просто странный кубик 2х2. Вот такая вот забавная коробка. Бывает в трех цветах. Стандартно я ее брать не стал. Пастельная или макаронная, как сейчас делать модно. Мне просто не нравится. Выбрал третью. И она оказалась темной. Это, видимо, код товара. Штрих-код. Здесь также Xing Lun Gun Dong. Наверное, что-то значит. Здесь какая-то еще информация. Вот такая коробочка обычная. От этого бренда, кстати, еще видел трешки с шариками, которые можно вот так вот перемещать. Но их я покупать почему-то не хочу. Призматик 2х2. Мы видим нестандартную цветовую схему. И самое главное, что здесь вместо белого фиолетовый. Кажется, что кубик какой-то пыльный, но нет, он чистый. По крайней мере, вживую кажется, что какой-то такой мутноватый. Это в итоге обычный 2х2 с углами немного странной формы. Вот уголок, также он из трех элементов состоит, как и обычного 2х2. Но они не выпуклые, а вдавленные внутрь. А так, внутри механизма 2х2 можно регулировать, можно вращать. Магнитов нет. Вращается, ну, посредственно, как старые двушки какие-то, не очень хорошие. Но я несколько раз собрал, и пока не разлетелось. Удобно ли вращать такой вот странной формы элементы? Ну, терпимо. Превращается на вид какого-то ежика. Кажется, что здесь какофония цветов. Но если присмотреться, то ничего сложного. 2х2 удобно собирать с любого цвета. Ну, давайте для определенности с желтого соберем, так как белого нет. Так. Здесь такое немножечко вязкое, непривычное. Собрали первый слой. Дальше, ну, напротив желтого фиолетовый. Видим восьмерку. Так. Ну и здесь два элемента стоят рядом хорошо, а два нет. Можно сделать теперму. Фингертриксы немножко другие должны быть, но кубик все равно собирается. Вживую кубик не очень красивый, я имею в виду вот этой расцветки, но стандартный брать не хотелось, макаронный тоже, поэтому пусть будет вот такой странный кубик Рубика 2х2. Вращается, не разлетается, но и ничем не отличается от обычных двушек по принципу сборки. Просто его не так удобно вращать. Ну, выглядит, наверное, интересно. Только выглядит. Собирается не очень. Ну, еще делаем пару раз какой-нибудь алгоритм. Быстро, конечно, не получается. Но зато здесь можно какие-нибудь мультиколорные техники оттачивать. Вот такой вот, не особо дорогой, наверное, чисто коллекционный пазл. Кто заглядывался на него в магазине, ничего в нем особенного. Только внешний вид. Ну, а на этом все. Всем спасибо. Всем пока.